dvhub.ru. Я участвовал в велопробеге Биробиджан-Волгейм. Я, конечно, не ожидал, что мы приедем в Волгейм, в детский дом. Я был шокирован, конечно, что все приехали пустыми, практически пустыми. И разговор с детьми у меня состоялся. Они, конечно, были очень расстроены этим обстоятельством, что все приехали довольные на велосипедах. Без подарков. Без подарков практически. А там были и женщины, и, ну, я не знаю, я переругался там со всеми. Вот я считаю, что вот первый мой такой подарок – это велосипед. Огромная благодарность Бичуцкому Александру Дмитриевичу, который никогда не отказывает, когда касается детей в детских домах. С Волгеймским детским домом я давно пытаюсь наладить какую-то дружбу, что ли, потому что не могу я смотреть на детей, которые там находятся равнодушно. Вот. 2 года назад я ездил сюда часто, на Новый год у них был. Ну и то есть я не могу равнодушно относиться к этим детям. Я хочу, чтобы этот марафон добра с сегодняшнего дня длился постоянно. И люди, неравнодушные к этой проблеме детских домов, должны подключиться. И вместе мы должны решать эту проблему. Я, по крайней мере, ну, назад не пойду, пойду только вперед. Точно? Я обращаюсь ко всем жителям Биробиджана, особенно к женщинам. Плюс, кто отвечает за права у нас в городе детей, мы пойдем к ним. Прокурор, я не знаю, начальник МВД, наш мэр, губернатор. Я к ним обращаюсь просто. Я не могу больше терпеть, все, я не хочу, что все как думают, ждут кого-то завтра, эти дети мучаются сейчас. dvhub.ru